Ну что ж, а прямо сейчас я хочу, чтобы под громкие аплодисменты наших уважаемых зрителей мы приглашаем на эту сцену проректора по воспитательной работе и дополнительному образованию Алтайского государственного университета Ксению Владимировну Иконникову. Давайте подарим громкие аплодисменты. Передаю свой микрофон. Добрый день, дорогие друзья. Очень отрадно видеть сегодня, что у нас в зале нет свободных мест. И на нашу инициативу провести благотворительный концерт в поддержку тех, кто сейчас далеко от дома, поддержать наших родных граждан, жителей Алтайского края, такой акции, теплом наших сердец, тем, что мы можем сделать и передать в акцию все вместе. Рядом стоят у нас волонтеры, которые принимают не только теплые вещи, которые сделаны своими руками, но и также открытки, которые дети могут написать и оформить для тех, кто сейчас далеко, кому внимание и тепло наших сердец очень важно. Спасибо вам еще раз большое за то, что отозвались коллективы и быстро среагировали на то, как можно оформить эту программу. Алтайский государственный университет — это университет с большими традициями, который готов всегда поддержать добрые дела. И в этом году нам будет 50 лет, и мы надеемся провести его и хотим провести его под мирным голубым небом, и чтобы это был праздник большой для нас всех с вами. Спасибо большое. Спасибо вам.